Эй, здорово, товарищи, чумбы, с вами Дон Рондан, мы играем Киберпанк. Мне сюда. То вниз, то вверх, не поймешь вас. Брат, ты лучше туда не включайся. Поймаешь, ты даже разговаривать не станут. Это наш сервер. Кто меня там поймает? Тигриные когти. Корпорации были повреждены, но вскрыть их нападавшие не смогли. Прибывшие на место силы подкрепления отразили атаку кочевников и доставили груз к конечному пункту. К несчастью, в результате нападения погибло около десятка сотрудников корпорации, в том числе ветеран объединяющей войны и кавалер Багрового сердца. Сам-то оглох. Терваки шут. Ну мы-то как-то слышим. О, я человек. А? Блин, самоподрыв гранаты. Там стена была прозрачная, мне казалось, что воздух. Дело сделано. Я вижу. Это все. Как говоришь, тебя зовут? Нейрохирург. Номер один. Твердая рука. Мы начинаем наш выпуск с тревожных событий в пустоши. На гуманитарный конвой корпорации Мелитех совершила нападение банда агрессивных кочевников. Охрана Мелитеха была вынуждена ответить на этот акт агрессии, так как преступники отрезали пути к отступлению. Несколько транспортеров. Thank you.
так хочу. Горняков. Но благодаря анабиотическим имплантам Суслик-2 шахтеры продержались почти 2 недели без продовольствия и воды и Суслик смогли выжить. К счастью, после спасения и краткого отдыха для технической оценки состояния весь персонал немедленно вернулся к работе. Итак, Бет счастлив, я счастлива. А значит, ты получишь свои деньги, и все будут счастливы. Заказ закрываю. Спасибо, Ви. Странно, вот эти оружия считаются какими-то хорошими. Скальпель. Он даже хуже, чем Дзюнтумару. Это ж хрень. Электрический. Редкое культовое. Ни за что. Не хочу его оставлять. Отстой. Хреновый ты нейрохирург. Где подождать? А где Мисти, не знаете?
большие кондиционеры. А1С БД 7А1С. Получилось. Сообщение о преступной активности на Голдсмит-стрит. Замечена группа мусорщиков во главе с Барри Алкином, который разыскивается за убийство первой степени и нелегальную торговлю имплантами. Властями города назначено вознаграждение за устранение Алкина и его подельников. Вот с моноструной, наверное, так же классно. Потому что она для стелсовиков. Это что сейчас было? Делает. Сыпло, сыпло. У тебя с носа потекло. Да я тебя с потрохами сожру, падла! Лови вирус. Черт. Ну кто же хакер? Давай. Меня бьют на помощь! Я тебя...
Е9, Сима. Че это такой кусок мусора? Шок на голову. Какое-то задание. Я здесь живу. С какого хуя мне тебя сдавать? Да ладно. Последняя пулька осталась. Нашлись патроны. Наконец-то. Теперь все хорошо. Понять не могу. Здесь что ли? Выбираем свидетелей. Кто ничего не видел? Молодец, Антон, что ты? Молодец.
БД-1С, БД-1С, да блин, 1С, 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 да чтоб тебе. Не хочу я с Ханака в углях. Я хочу игру проходить. Мне 165 тысяч. Очень хорошо. Это тоже хорошее. Чего-чего, чтобы открыть, повысить уровень навыка краткоствола 20? Двадцать надо. Этот. Реакция 20. Вот это чтобы. Стоицизм. Почему? Я хочу уничтожительницу и стоицизм. Ой, не-не-не. Хороший, плохой, злой и одна голова хорошо. Вот что я хочу. Хорошая вещь. Класс. Для этого надо отдельную серию сделать. Это мое любимое задание. Что же мы его не находили все это время?